На территории дизайн-завода «Флакон» состоялся ежегодный автомобильный фестиваль «Листва Фест». Функционал и технические характеристики автомобиля здесь не важны. Главный критерий отбора – эстетика и визуальное наслаждение. Участники фестиваля представили свои проекты в стилях стенс и лоу. Такие автомобили имеют максимально низкий для ездовых условий клиренс и нетривиальные решения по интерьеру и экстерьеру. Более-менее все привыкли к гоночным машинам, к машинам там оффроуда. Они за собой несут определенный функционал. А здесь мы исключаем функционал практически полностью. Машины дико неудобные, машины, скажем так, трудно передвигаются, всегда сталкиваются с трудностями на лежачих полицейских, на ямах и так далее. Фестиваль разделили на несколько зон. Например, в зоне лоурайда выставлены заниженные машины, умеющие прыгать и поднимать лишь одно колесо. А в спортивной зоне красуются автомобили, именно стилизованные под спорт. Есть зона радикальной, скажем так, стилистики, радикальных изменений. Это более уличный стиль, более безбашенный, где нет границ. Именно там, кстати, у нас работают художники. Эти деятели искусства рассматривают автомобили как холст и работают экспертами. Я хочу донести до людей то, что автомобиль, он может раскрашиваться как угодно, и в этом нет ничего такого, потому что многие воспринимают это как татуировки, но я считаю то, что с автомобиля это гораздо проще снести рисунок, если, допустим, человек заинтересовал что-то другое, и это не проблема, и я думаю, то, что это очень хороший способ самовыражения. В этом году фестиваль «Листва» проводится уже в четвертый раз. Каждый год внимание сфокусировано на определенном стиле тюнинга, но общая цель всегда одна – нести автомобильную культуру в массы.